Джилл Лайденс Фэмили, сегодня мы разбираем хореографию IF 11. Итак, наш кусочек начинается с того, что ножки у нас вместе, мы повернуты на центр, рука у нас у головы, и мы ее отодвигаем в сторону. Затем у нас идет левая рука, она отодвигает также голову, и еще раз в эту сторону. Вместе с этим мы будем 3 раза присаживаться немножечко вниз. Пам, 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 да. После этого мы ставим ножку левую в сторону, руки у нас соединены вот таким вот образом, ладошки вместе, правую сверху. Крутим, меняем их местами, и затем возвращаем в исходное положение, только уже на центр. То есть, раз, два, три. Угу. Здесь мы собираем наши ладони в кулаки, правая идет у нас согнутая в локте, это остается прямая. И затем у нас идет вот такой вот бит, то есть у нас идет правая рука над головой, и мы задираем левую ножку. И начинается сам припев. Один счет мы пропускаем, после этого мы семеним в правую сторону на диагональ, и вместе с этим идет 3 движения руками. Раз, два, три. То есть раз, два, три. И дальше у нас движение руками вот такое, и мы пинаем левой ногой в сторону. То есть пум. Угу. Затем ставим ножку, разворачиваемся в эту сторону. Рука правая у нас была наверху, она идет через низ, сюда наверх, вот в такой рисуночек. И затем мы делаем 2 раза пам-пам. То есть раскрываем нашу руку, и после этого грудной клеткой тянемся к ней. Тун-тун, немножечко затяжки. Угу. После этого мы можем держать опору левой ручкой на ножках. И затем правой рукой смахнуть в сторону, пойти на левую ножку, на правую и подставить. Что делает рука? Мы были здесь па-бам, она смахнула, стряхнули, опять замахнулась, пам, да. Здесь мы приходим, у нас руки вот в таком положении перед собой, и у нас будет открытие грудной клетки, закрытие грудной клетки. Угу. Затем рука выставляется перед собой вот в таком положении, правая рука у нас будет у виска, голова у нас будет работать таким образом, что мы крутим кружочек слева направо и четко в сторону 1 раз. При падании идут на правую ножку, раз, два. И все вместе, раз, два. Затем нам нужно уйти назад, мы шагаем на правую, отъезжаем на левой, и рука у нас идет наверх. Угу. После этого начинается 2-я часть припева. Мы наступаем на правую ножку, снова на правую, и затем пам, и выбиваем ее же. Да. Что делают у нас руки? У нас омай, омай, гад. Да, то есть правая ко рту, левая, и затем одна пускает волну по телу, и здесь у нас руки не работают. Да. После этого движения мы снова что-то выпинываем в сторону, и у нас идет левая рука указательным пальчиком в сторону. Затем мы ставим снова ножку, разворачиваемся, и в момент того, как мы разворачиваемся, руки у нас работают правая, левая, правая, левая. Да. Раз, два, три, четыре, волна по телу, пам, встали. И перешли, у них идет переход. Перешли, у нас есть на левой ножке, и правой будем сейчас работать. Указательный пальчик на правой руке у нас идет на щеку, и здесь у нас остается. Мы работаем бедрами следующим образом. Мы поднимаем бедро как-то за такт, и у нас идет вниз 2 раза. Пум-пум, наверх, вниз, наверх, наверх. Угу. Затем мы переходим, пам-пам. Руки в момент этого перехода уходят вперед, к себе. И последний у нас акцент. Поднимаем руку чуть выше и ближе к голове. И делаем вид, будто бы кусаем. Да, то есть это акцент. Можно сделать головой, можно без головы. Угу. Девочки делают по-разному. И затем переход на последнюю часть. У них начинается рисунок. У нас может просто быть партия с рукой, как у центровой девочки. На этом заканчивается наш кусочек. Окей, собираем все под счет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два и три. 4, 5, 6 и 7, 8. Раз, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4 и 5 и 6 и 7, 8. Раз и 2 и 3 и 4 и 5, 6,
7, 8 и раз. Хорошо, собираем все под 50, 70, 85 и 100%. You make me feel like a man.